Реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в нашем регионе продолжается в течение 10 лет. Она разделена на трехлетние этапы, первые уже выполнены на 100%. Так, за 2021-2023 годы произведен капитальный ремонт более 1800 крыш, 950 фасадов, 244 фундаментов. Модернизировано свыше 1000 сетей вода, тепла и электроснабжения. За весь период реализации программы улучшили условия проживания в многоквартирных домах почти полмиллиона жителей нашего региона. С начала этого года в Тюменской области стартовала реализация следующего трехлетнего плана.